Служба в армии – почетная обязанность гражданина России. А для Ивана Иванова это еще и исполнение детской мечты. Я мечтал поступить в ВДВ. Я раньше учился в кадетской школе и смотрел, как ребята там прыгают и так далее, как стреляют. Вот мне очень понравилось. Моя большая мечта – прыгнуть с парашюта раза три. Осенний призыв продлится до конца декабря этого года. Из Чувашии на службу отправится менее 1000 человек. Это существенно меньше, чем прошлой осенью. Страха у меня точно нет, потому что, к этому все должны рано или поздно прийти в армию. Поэтому я к этому был готов заранее, морально. Может, через полгода мне это понравится, и я захочу уже заключить контракт. К местам службы ребята поедут обеспеченными всем необходимым. Все призывники в зону СВО не направляются. А все военнослужащие по призыву, срок службы, который истек, своевременно увольняются и отправляются к местам постоянного своего проживания. Всем новобранцам пожелали военного счастья, добра, здоровья и благословили на хорошую службу. Так, под звуки оркестра ребята отправились на вокзал. Там их родные и близкие проводили солдат по чувашским традициям. Инесса Потапова, Юрий Марков, Республика.